Всем привет, ребят! Ну что, опять наш бездонатный аккаунт, который мы начали развивать на русском сервере, без доната. Многие это пишут в комментах, да он не удержится. Ребят, я удержусь, поверьте, если я начал качать на русском, однозначно я сюда уже точно второй раз донатить не буду, потому что это бред. Поэтому в части я, наверное, здесь создал, чтобы его не развивать вообще никак. Чисто по трешечку бегать. У нас самый последний вопрос был, это название, я еще до сих пор не определился, там куча комментов, куча разных интересных ников есть. Также самое основное, это был слив топовых героев, которых мы получили до роллинга, то есть у меня есть два стрелка, ведьма, Дрейк и Фрэнки. Ну ладно, там Фрэнки, ведьма еще такое себе, Дрейк неплохо, но два стрелка, блин, это, конечно, круто. Герои получены без доната, то есть они получены путем выбивания. И с одной стороны я подумал, зачем этого героя сливать. С другой стороны, многие типа, вот, да, он же получен у тебя там не тогда, когда ты начал, по сути, играть, да, то есть я начал играть, показывать вам видосы, а получен до этого. Вот, поэтому что я решил? Я решил их и не слить, и не оставить. Мы их оставим как сувенир, они у нас будут копиться в конце алтаря, а возможно, когда-то, я не знаю, там, спустя какое-то время, мне этих 4 места, по сути, для бездоната не особо нужны будут. Я их просто оставлю, они будут пылиться, мы их не будем трогать, мы не будем их качать. Вот такие, как они есть, они максимум дойдут там до 20-го левела, такими они и останутся. То есть у нас есть два стрелка, там ведьма, Дрейк. По сути, они нафиг сейчас мне не нужны. Да, я бы с ними там сейчас кайфово бегал, трешевал, там наебал, но с другой стороны, будем посмотрим, какой это аккаунт, удачный, неудачный, ведь тут, по сути, на 2000 самоцветов уже мы получили кучу-кучу просто имба-героев. Посмотрим, что будет дальше. Поэтому мы их оставляем, мы их не сливаем, но мы ими не играем. То есть вот эти герои, какие они есть, такие они остаются. Они просто у нас будут в конце алтаря, со временем забитые. Ну, нету смысла с ними бегать. Я думаю, так будет честно по отношению к одним и другим. Потому что как бы я мог сделать так, как я хочу, там оставить их и играть. Но есть две стороны, одни за, одни против. Мы сделаем так, чтобы и те не были расстроены и радовались обе стороны. Поэтому мы эти герои оставляем. Это будет еще дополнительное испытание. У тебя есть, блин, топовые герои, а ты их просто не используешь. Вот так вот. То есть такое вот мое решение. Я думаю, вы это поддержите. Напишите в комментах, что вы по поводу этого думаете. Это лучше, чем их просто слить в никуда, потому что у многих без донатов это проблема таких героев выбить. У многих это не проблема, но они к ним не приходят. Так, окей. Что там у нас сегодня? Кадет 2, мы уже получили титул, поехали однозначно. Я вам не буду все фарминги показывать, давайте сегодня мы начнем. Я вам расскажу про героев, на примере там того же стрелка. Многие писали в комментах, зачем ты это все рассказываешь. Ребят, первую неделю там или две я буду однозначно рассказывать для начинающих, потом дальше мы уже будем выпускать меньше видосов обучающих, будет больше трешечка, прохождение локации. Ну, пока вот так вот, пока начальный аккаунт, надо показать все, что для чего и как. Начнем. Есть три вида героев, мы их можем получить с нашего алтаря, то есть есть найм за самоцветы, то есть это ресурс может быть накоплен, может быть задонен, то есть за донат, за реальные деньги. А есть у нас роллинг 150, каждые сутки там дается бесплатная попытка, а есть за 450 сразу 3 героя, за это вы получаете, как видите, славу, то есть кулаки. Есть нанять за кристаллы героев, то есть вы можете, вот написано, вы можете обменять на слизь, то есть вот эти вот кристаллики, которые мы получаем, мы можем за них нанимать слизни.
Есть здесь 4 вида слизней, есть еще 2 вида, которых здесь нет. То есть есть там синие и золотые. О них мы тоже попозже поговорим. Они не продаются так, они чисто даются за донат, либо за какие-то локации, либо с каких-то сундуков падают. Они, для чего они нужны? Для прокачки умения вашего героя. Есть вот это слизни, есть обычные герои, это наш так званый гарнизон, вот зеленые, обычные, синие, это у нас элитные, и легендарные некоторые герои мы можем нанимать, есть довольно-таки неплохие герои, которых нужно нанимать, но они того не стоят, например, вот Душегуб и Химка, ну не стоят они по 20 тысяч кристаллов, это просто нереально, ну смысла в этом нет. Там, например, кого отсюда можно было бы нанять и в такой, ну, он поможет, это, допустим, Атлант, если он вам там не будет выпадать. Все остальное, по сути, не стоит на это, над этим заморачиваться. Также у нас есть за осколки героев. Об осколках мы можем собрать героя, помимо того, что выбить, купить его, можно его получить с определенных ивентов, которые проводит AGG. Также можно собрать осколками. Нужно 200 осколков героя. В основном это все донат. Есть еще одна локация, откуда можно собрать некоторых героев. Это я вам тоже покажу. Также в игре есть целая энциклопедия, куда вы можете зайти, посмотреть вот героя всех, таланты посмотреть, какой талант что дает. Все почитать. Я буду в дальнейшем уже рассказывать, какой талант ему подойдет, что не подойдет, куда подойдет. Также есть у героев облики. Что дает облик, я тоже вам сейчас расскажу, когда буду рассматривать героя. В общем, вот такой вот у нас алтарь. Также можно нанять за значки почета, но этого тоже стоит, не стоит делать, почему я тоже в дальнейшем расскажу. В общем, герой качается до 200 уровня. Есть обычные, вот это до 200 докачали. Делаете, вот это усовершенствовать, есть 10 звезд. То есть каждых 20 левелов вам дается звезда. Вот у меня докачалась до 20-го, соответственно, я могу переводить. Что для этого надо? Нажимаем, нужно золото, нужны значки почета и нужны огоньки, которые вы получаете с прохождения подземелья. У меня огоньков нет, соответственно, я не могу сейчас перевести. При переводе ваш герой усиливается, получает дополнительные параметры. Это все, в принципе, у вас есть на экране видно. Дальше. У каждого героя есть навык. Качается он сегодня до 12 уровня. До 10 вы просто качаете его слизнями. С 10 по 12 в судьбе. Что такое судьба? Думаю, до этого мы дойдем. У меня она пока, к сожалению, закрыта. Надо 2000 силы. Тоже вам в дальнейших прокачках покажу. Дальше. Талант. Таланты есть очень много, я вам показывал вкладочку, заходите, читаете, кому какой талант, я тоже буду объяснять в мере прохождения игры. Талантов очень много для каждого героя, для каждой локации, нужен свой талант, определенный талант, бывают более универсальные таланты, в зависимости все от героя. А дальше есть такая вкладочка питомец, можно каждому герою поставить питомца, он съемный, то есть под каждую локацию питомец ставится рандомно. Многие спрашивают, что, какого питомца ставить, что ему подходит. Ребят, объясняю. Под каждую локацию, под каждого героя нужно питомца менять. Точно так же и руны. Многие спрашивают, какая руна ему подойдет. Все зависит от состава, от локации, от того, как вы его будете применять. То есть, где вы его применяете, какой у вас состав. То есть, вариаций, блин, куча разных. То есть, тут просто так сказать, вот ставь того, нельзя. То есть, все зависит от того, какие у вас прокачки, какие у вас герои, что вы делаете. Для чего там атака, защита, фарм, ну, вариантов очень много, поэтому включайте немножко смекалку, либо смотрите видосы определенных локаций, там питомцы расставляются и можно посмотреть, что к чему. Тоже в дальнейшем буду объяснять. Можно также посмотреть атрибуты, вот бонус судьбы у меня, к сожалению, судьба не активирована. Можно вот так вот посмотреть, у героя есть атака. Скорость атаки, в зависимости от скорости атаки, определенных параметров, ваш герой дает силу. Чем больше у вас на сегодня силы, тем для вас, скажем так, лучше. Вы получаете больше бонусов на битве гильдий и прочим. По поводу эволюции. Дойдем мы до эволюции, расскажу. Наперед забегу для того, чтобы эволюционировать героя вам.
Нужны будут камни для эволюции и также карточки героев, либо зеленые кристаллы, кляшки, где их брать, мы тоже в свой час дойдем. Вторая вкладочка руны, нужно 10 тысяч силы снаряга, нужно эволюционировать бонус судьбы, нужно 2000 набрать. В общем, вот так вот все запутано. Единственное, что мы можем, это использовать облик. Облики нам есть возможность получать бездонатным путем. Это вот отсюда, через зимнюю ярмарку. Заходите, смотрите, покупаете. То есть, что дает облик? Облик дает вашему герою возможность открытия второго таланта. То есть, если у вас здесь вот герой сейчас... С одним талантиком сразу вам покажу, что такое. Давайте даже, наверное, так будет лучше. Я вам буду заходить. Сразу же покажу, каким образом прокачивается герой. Как он будет выглядеть. Вот видите, он меня выбило. Вот эфира окошко. Сейчас мы зайдем. Что будет на максималке, то есть покажу вам сразу же дальше, думаю, так более наглядно будет, чем я вам буду просто показывать сейчас и рассказывать. Понимаю, что многие там хотят сразу же трешечка, ну, ребят, блин, все в порядке очереди. Сначала изначально там первых пару видосов мы понубим, а потом уже будет все повеселей. Многие не верят, что... Все-таки будет, по-любому скоро задоним. На русский сервер это точно нет. Вот, вот есть уже у меня полноценный прокачанный аккаунт. Показывают на примере того же самого, например, стрелка. Где там наш стрелок? Вот наш стрелок. Вот у него есть талант. Из-за того, что у меня уже есть здесь облик, у меня есть два таланта, то есть я могу выбирать либо такое, это очень удобно и комфортно, особенно когда ты не имеешь возможности качать пару героев, вот пожалуйста. Этот герой уже с эволюцией, как видите, статы его намного выше, то есть есть уже дополнительная точность, крит, удар, это тоже я вам потом со временем расскажу, покажу, куда какого героя лучше собирать. Бонус судьбы. Вот это вот руны сюда вставляются, можно ставить такие руны 4, либо ставить эмблемку, то есть максимальный уровень 8, это тоже мы дойдем. Дальше, снаряжение, можно ставить чары, созвездия, думаю, тоже покажу, отдельно сделаю вам видос, если да, пишите комменты и пишите, что вы хотите увидеть, рассказать, я тоже отдельно засниму вам видос. Ну и дальше уже у нас идет, где там наш стрелок, я его уже потерял, бонус судьбы. То есть есть судьба, определенные герои, связка определенных героев дает возможность скачать талантик свыше десяточки, то есть его умение, и соответственно получать тоже определенные бонусы. Вот в принципе как-то вот так вот. Поэтому для того, чтобы... ваш аккаунт развивался, самое основное, это как бы в этой игре битва гильдии, да, там самое основное качать героев. Чем больше определенных героев, тем больше у вас прокачка вашего аккаунта. Естественно, вам каждый день нужно выполнять определенные задания, есть куча разных локаций, с которых можно получить, вот видите, здесь у меня три огонька, мне надо дальше пройти, сейчас просто так пройду, пока сейчас все начнут, блин, он проходит теми героями, ну, это смешно, первой локации можно пройти, сейчас просто для наглядного примера покажу, что можно сделать. То есть вот вы проходите 10 уровней, ну точнее 3 подземки на 3 звезды и четвертую хотя бы на одну, и вы можете уже перекидывать героя выше 20 уровня, то есть вам будет доступно улучшение на следующий левел. Выскакивает пока ссылочка. Сейчас затащим на одну хотя бы звездочку. Даже на две затащили. Так, окей. Вот, и у меня уже сейчас будет доступно улучшение. Вот усовершенствовать. Я могу без проблем перейти на следующую звезду. Звезд 10. Что самое основное? Если вы хотите быстро эволюционировать героя, не спешите. Вам всегда будет, особенно без донатов, не хватать
Значков почета. Это самая основная проблема. Значки почета они получают, можно получать с разных локаций, куча всего есть возможностей получения, в основном это книги. А вот 4 тома вот этих, если продать, вы получите уже 48 тысяч. Есть градация, табличка, сколько надо на каждый уровень, там, по-моему, в районе 800 тысяч надо от нуля до десятки, чтобы апнуть где-то так, по-моему, 800 тысяч, ребят, вы их не накопите просто так на начальном уровне, поэтому если вы ведете героя, ведите его до максималки, до 200-го, потом делаете эволюцию, соответственно, вы получаете там, по-моему, 263 книги, таких фиолетовых, соответственно, у вас куча будет значков почета для дальнейших эволюций, это тоже я покажу, потому что... Даже донатным аккаунтом бывает, ну, сейчас уже, конечно же, смотря какой сервер, не хватает книг, сейчас уже на все хватает, кроме русского сервера. Поэтому не спешите, понятно, что все хотят сделать эволюцию, чтобы она была там побыстрее, герой круче становится, но не в этом счастье, поверьте, я уже через это все прошел донатом, и я могу вам просто сказать, что значков почета вам будет катастрофически не хватать. Поэтому делайте, да, это будет немножко дольше, но зато вы будете себя потом увереннее чувствовать, и в нужный момент у вас будут значки почета. Вот, в принципе, такой вот видосик у нас сегодня. Я вам рассказал про героев. Пишите в комментах, что вы хотите еще узнать, увидеть. Пишите, что я не сказал, что вы можете досказать. Это все мы обязательно выпустим в следующих видосах. Ну и всем, конечно же, удачных роллингов. Ждите следующих видосов. Всем удачи, всем пока.